Начну с мэра города Якутска, Сардана Владимировна Авксентьева. Прекрасная тетка, дай ей Бог здоровья и сил справиться с системой. Сдержала свое слово и продала все дорогие автомобили мэрии после выборов. Расторгла контракты с подрядчиками, уложившими асфальт на снег. Уволила главу округа за пьяных дворников. Исключила из расходов бюджета приглашение московского модельера за 800 тысяч рублей и перенаправила эти деньги на покупку 45 очистителей воздуха для начальных классов школ Якутска. Дайте ее фото крупнее, уберите мою рожу из кадра. Решила не финансировать показ балета стоимостью 1,5 миллиона рублей, отметив, что лучше потратить эти деньги на поддержку городских школ искусств и библиотек. Уволила начальника управления делами Максима Артемьева, заказавшего банкет мэрии на сумму свыше 1 миллиона рублей. Запретила своим сотрудникам проводить новогодние корпоративы и банкеты за счет бюджета. Вместо них будут организованы благотворительные мероприятия. Проводит тотальную проверку во всех подвластных ей ведомствах. Звучит как новости из параллельного мира. Ее нужно клонировать и по регионам развести. Я хочу видеть эту женщину на посту президента. А вы?